Наиболее эффективные пути модернизации обсудили отечественные эксперты, ученые, политологи и историки. В Институте мировой экономики и политики прошел круглый стол. Участники говорили и о промежуточных итогах, задачах в среднесрочной перспективе, а также выработали свое видение развития общественного сознания. Мы будем концентрироваться на вопросах модернизации национального пути Казахстана, национального пути развития, уроки прошлого и вызовы будущего. Попытаемся проанализировать, как, в каком ключе мы можем использовать, скажем так, историческое сознание казахстанского народа в контексте модернизации. Все эти вопросы, которые мы хотим обсудить, уверен, что они позволят нам получить конкретно ценный продукт в виде рекомендаций.